Этому дому на улице Луначарского уже более 100 лет. Местные называют его берлогой. Вот только для зимовки он никак не предназначен. Снаружи стены в трещинах, окна разбиты, крыша гнилая. Внутри картина ничем не отличается. В квартире у Галины Климовой ни воды, ни газа. Отопление у вас здесь какое получается? Никакое. Вот печное как бы должно быть, но она не работает. А не работает сколько? Ну, лет 5 точно не работает. Стены протыкаются пальцем, говорит и демонстрирует женщина. Полы ходят ходуном, обои уже давно все отсырели. Инструмент здесь был в коробке из-под посылки. Весь проржавел, я все выкинул, я даже ничего не могла очистить. В этом доме Галина Климова не живет уже 3 года, а вот ее соседи здесь проживают. В доме 4 квартиры. Кто-то сдает жилплощадь, кто-то выживает сам, как может. Татьяна Монахова провела себе газ, соорудила туалет. Лучше буду делать все сама, чем годами ждать расселения, которого может и не быть, говорит женщина. Мне даже как многодетной маме обещали дать что-то, квартиры и все остальное. И что вы думаете, я ходила, и мне как это, пришла, мне в лоб дали, что тебе надо, что ты приперлась сюда? Я развернулась и слезами назад пошла. Мне надо работать и как-то жить, и семью содержать, и все остальное. А ходить вот туда, ноги просто бить, ну извините, просто пустая трата времени. И такого мнения все соседи. Тем не менее, Галина Климова уверена, власти должны помочь. В прошлом году собственница сходила на прием в Белый дом к руководителю департамента ЖКХ Серегину. На ее обращение пришел ответ. Учитывая ваши жалобы на неудовлетворительное состояние многоквартирного дома, 23.08.2017 года специалистами МКУ Управления гражданской защиты города Владимира проведен осмотр многоквартирного дома номер 14А по улице Луначарского, в результате которого установлено, что дом находится в неудовлетворительном состоянии. Целесообразно проведение комиссионного обследования вышеуказанного многоквартирного дома для решения вопроса признания дома аварийным. Дом признан аварийным или не признан? Никто не приходил, ничего тут не признавал. Никто не ходил, потому что надо идти в комиссию, в жилищную комиссию при городской администрации. Уж не знаю, как они тут придут. Пока не ходили еще? Пока не ходил. В жилинспекции пояснили, по полученному заявлению они проведут осмотр дома, вынесут свое заключение и направят его в межведомственную комиссию. А вот дальше начинается самое интересное. Межведомственная комиссия будет обязана запросить у собственников квартир в этом доме заключение специализированной проектной организации о фактическом техническом состоянии конструктивных несущих элементов дома с целью принятия вот решения о его аварийности и, значит, подлежащем сносу. Заключение специализированной проектной организации – ничто иное, как экспертиза. И собственники должны сделать ее за свой счет. Стоит она порядка 30-50 тысяч рублей. И без этой бумажки дальше рассматривать этот вопрос городские власти не будут, поясняют в надзорном органе. Так что если доводить дело до конца и добиваться аварийности строения, то жителям придется скинуться. Будут ли они это делать или дальше пустят проблему на самотек – это уже другой вопрос. Алексей Дудин, Дмитрий Журавлев, 6 канал.